Желаю всем получить, правда, ребят, главное удовольствие от сегодняшнего матча. Чтобы травмы у вас всех стороной обошли. Молодчики, всем удачи. Встретиться все вместе, вспоминать, поиграть, как это было. Хотя скорости уже не те, но все равно ощущения те же остаются. Азарт тот же, все тоже, в принципе. Хочется так же выиграть, как тогда, как в молодые годы. Я говорю, те же мальчишки, мальчишки остановимся, когда выходим на поле. Они вот, знаете, как сказать, подражатели основной команды той ЦСКА были. И как бы приятно было с ними играть. Хорошие скорости, мобильная команда. Поддерживаются скоростями. И мы старались не уступать им, как бы показать, что мы-то не хуже их. Поэтому как бы так вкладывался, и всегда неудобные мы были. Они всегда жаловались, лучше с кем-то другим поиграть, чем с вами. В принципе, у нас идея-то давно уже зреет. Ну, как уже все знают, да, Анатолий Фетисов, брат Фетисов, тоже участник, он разбился 80, как раз после вот этого турнира. Мы каждый год собираемся там. Вячеслав Фетисов приходит. И у нас эта идея зреется уже как бы лет 15, чтобы сыграть, собрать всю нашу команду и там, я не знаю, там легенды СССР, допустим, позвать. Очень здорово, как бы, и организация, и все. Очень все понравилось, как бы. Мы теперь сейчас будем думать, чтобы уже и ваших ребят пригласить к нам. Состав подъехал, но ЦСКА тоже был звездный, это Фетисов, Константинов, в общем, все звезды, которые тогда были на тот день, тот раз. В принципе, там матч должен быть равный, но у нас приехал Столяров, директор школы, ну и такой, значит, нам такой этот жар удал, что надо выигрывать там и так далее. Ну, после таких слов мы, конечно, выиграли у ЦСКА 5-2. То есть, как бы, ну, игра была равная, но нам больше повезло. Мотивационно тогда не позорьте Челябинск, надо просто взять и выиграть. Я забросил, там так получилось, Давыдов не отдал пас, я забил. Потом я ему, вот это наше звено забило две шайбы тогда.
Но с годами уходит скорость, уходит сила, уходит резкость. Но игровое мышление, если оно было заложено в детстве, лет до 13, оно остается на всю жизнь. И если ты в спортшколе это впитал, то ты в 55 выйдешь на поле, на прямых ногах пас отдашь. Это и Челябинский трактор славилась командой, от ЦСКА тем более. Основной упор был сделан на игровое мышление. А все остальное, сила, это все приходящее. Главное, чтобы голова работала на поле. Некоторые ребята у нас служили вместе в армии, в армейском клубе с ребятами из ЦСКА, с которыми мы когда-то играли в финале в городе Андропов в 85 году на первенстве СССР тогда еще. Это был финал, и ЦСКА тогда на этом финале стали чемпионами. А единственная команда, которая обыграла ЦСКА, это была команда «Трактор». 35 лет прошло с тех времен, и мы решили снова встретиться на льду. И 2 месяца готовили этот матч, и вот он состоялся, матчевая встреча, из 2 матчей договорились. Хоккей – наша любимая игра, поэтому удовольствие мы получили от игры, конечно, сегодня большое, и от результата тоже, не будем этого скрывать, взяли реванш за вчерашнее поражение. Было непросто, потому что ребята, видно, что команда ЦСКА сыгранная, они встречаются на льду. Мы готовились всего 2 недели вместе. И теперь понятно, что нужно серьезнее готовиться к таким матчам и чаще тренироваться.